Встречайте Роджера, обычного пса из города роботов. Он присматривает за другими бездомными животными, но от домашних у него иногда шерсть встает дыбом. Да, эти ребята тяжелый случай. Но силы зла скоро изменят жизнь Роджера навсегда. Я даю людям час, чтобы убраться из города. Я должен разобраться, что происходит. Мы союз зверей и спасем двуногих. Они станут героями. Дорога, ведущая в мир роботов, полна опасностей. Вот это поворот. Этой весной... Скорость — мое второе имя! Союз зверей. Спасение двуногих. У вас есть право хранить молчание. Кино с 16 апреля.